Willkommen, brat. Она ранена! Это наш шанс! Komm zu mir! Der Sieg! Она снова отступает! Найдем ее логово по крови? Да, следуем за кровью. Думаю, так мы выйдем к логову, которое уже видели. Может, найдя логово, мы сможем ее остановить? Жаль. Тебе она нравится? Она же держит этот край в страхе. Джунгли были ее домом. Она защищала их, как умела. Но если только смерть может воздать ей должное, так тому и быть.
свежая кровь. Да, мы уже близко. Еще следы. Посмотрим, куда ведет след. Свежие следы. Кажется, мы уже близко.
сзади! Такие сильные!
Если глаза меня не подводят, это олень лета. Тут жарко или это мой горячий темперамент? Нет, это ты, олень. Может, пойдем уже? Вроде это все. Поздравляю. Ты спас 9 миров от гибели в зарослях. И еще ты вроде как спас мою шкуру. Хотя это вина пакостника. Это не было целью. А мне не важно. Мы молодцы. Как будет время, надо бы заглянуть к Рототоску. Так вот куда вели следы. Такой добычей сыт не будешь. Ящеру, наверное, приходится есть постоянно. Меняю стрелы!
Это что, клетка? Похоже на то. Она сражалась отважно. Надо это признать. Жаль, что пришлось ее убить. Это что, клетка? Похоже на то. Город возможностей. Thank you.
взорвется! В драконье логово.
Путь чист. Дракон, небось, аж позеленел от страха. Есть два пути. Или мы убьем дракона, или он нас. Это понятно? Да, отец. Давай! Сурово! Ты как, брат? Укрытие! Ah!
отец, берегись! Холодно? И как? Отец, берегись! Давай! О, даже я почувствовал! Давай по глотке!
порядке? Ха!
даже я почувствовал. Брат, нет! Давай! Тот огр тоже не горит желанием продолжить. Я слышу зверей. Они рады. Может, теперь перестанут прятаться? Thank you.
Слушайте, может мне волосы отрастить? Ты думаешь, мы в этом понимаем? Видимо, нет. Мы вернулись на равнину. Здесь стало лучше благодаря воде.
О! Может, десерт? Нет уж. Драконов осталось совсем немного. Ну так чего же мы ждем?
Отец, а у меня будет борода, как у тебя? Нет. Осторожно, сзади! Осторожно!
осторожно! Чёфа!
Эй, Мимир! Да, парень? Ты забавно говоришь. А ну-ка, цыц, шельмец! Хочет тебя схватить! Ugh!
На небе солнце не пройти. Иногда находишь. Еще один кристалл для пруда. Это готов. Смотрите, не подохните там.
какой интересный запах. Слюна. Что-что? Это слюна хищника. Она светится. Атрей? Надо идти по сияющему следу. Поищем Дрэки. Хорошо. Ну, и так понятно. Вот где он устроил гнездо. Здесь нам не перебраться. Надо поискать другой путь. Осторожно, брат. Мы сами идем навстречу битве. Этот Дрэки вряд ли просто даст нам пройти мимо. Справишься? Мы бились с валькириями. Что нам какой-то Дрэки? Ugh!
Добрым драконом из Мидгарда. Животные, я слышу. Они говорят, это был последний дракон. Ты справился? Мы справились. Да уж, мы молодцы. Я, наконец, смогу быть. Пусть даже и Фольман. Теперь я смогу помириться со своим другом. Сначала расскажи, что знаешь. Битва. Дор и та женщина. Рыжеволосые. Они разворотили Гомет. Ярость, охватившая их, была чудовищна. Дор был в ярости? Это нормально. Нет. Воительница, она была в бешенстве и билась отчаянно. Дор был пьян от браги и неуклюж. А вот она, ее пьянила ярость. Она была неудержима. В каждом взмахе ее топора сквозил гнев. Их битва уничтожила эту землю. Эти рассказы я видел Фей в гневе, но такой никогда. Мы скрываем то, чего стыдимся, брат. Мама ненавидела Тора из-за великанов. Может, поэтому она так поступила? Она приложила руку к этим разрушениям. Я не знал, что она способна на такую ярость. Может, у вас с Фей было больше общего, чем ты думал? У нас обоих были тайны, но такая ярость... Не думал, что Фей на такое способна. Даже самые светлые души таят в себе тьму, брат. Очистили немного землю от этой гадкой поросли. Сколько у тебя кристаллов? Сходим к очищающему пруду.